рисовать квадрат размером 3 клетки на 3 клетки. Вот такой он будет. Квадрат? Проводим прибор. И, соответственно, получаем... Согласны? Но площадь потом меньше. Площадь меньше, безусловно. А почему? Мы же не убираем клетку. Мы же вот мы это... Мы забор отразили внутрь. Получился вот такой забор. Дальше. Получилось еще интереснее. Здесь получаются у нас две клеточки. Мы возвращаемся в исходный треугольник. Нет, не возвращаемся. Вот этот треугольник отразился. То есть прямая, которая была. А здесь у нас прямой угол. Вот этот треугольник отразился относительно прямого. Здесь был прямой угол. Вот здесь прямой угол. Вот этот угол был больше 45 градусов. Соответственно, вот этот угол больше, чем 90 градусов. Вот треугольник. Понимаете ли вы, что площадь вот этого треугольника равна площади этого? При оси 8 метров и площадь меняется. Извините, пожалуйста. Да. А почему вы сразу в одно действие не сделали эту фигуру, которую вы получили? А вы нарисовали в тетради. Тогда мы посмотрим, почему я не сделал это за одно действие. Теперь делаем простую вещь. Да, заводим вот эту прибор. И картинка возникает, непонятно какая. Так, можно я не буду перерисовывать, а просто покажу, что у меня возникает. И это больше площадь. И это больше. Потому что площадь фигуры, которую я вот сейчас выделяю жирно, это в точности площадь квадрата. А к ней еще добавляется четырехугольник. Правда красиво это? Нет. Нет? Да, это нам все, ребята, это нормально. Вот как раз такой честный ответ «нет», он вполне разумный. А вам кажется, что это просто обман? Это обман. Нет, никакого обмана. Я нарисовал.